Макси, готов? Да. Давай, пошел. Мусор какой? В основном всякие объедки, пожитки. То, что оставляют за собой люди после, скажем так, не такого организованного отдыха на природе. Недобросовестные отдыхающие, рыболовные снасти брошенные. Ну, опять же, нашли там фрагменты. Вот от табуретки сидушка. Вот, коврики, ну, пенки. Вот, находим. Мусора много, видимо, шашлык здесь жарили. Вот. А мы любим свое озеро и стараемся навести чистоту. Вот. Дела все бросили и хотим убраться. Люди, которые приходят на озеро, не все понимают, какую ответственность они на себя берут. Потому что весь мусор, который они оставляют, он оказывает очень негативное воздействие на водоем. Все это попадает, гниет. Все пакетики, банки, бутылки, все это занимает полезную площадь на берегу. Там, где лежит пакет, там уже не вырастет ни водоросль, ни трава, ни то, что может служить естественным фильтром, когда плохая вода течет в озеро. Сегодня мы в рамках проекта «Чистая страна» убираем по многочисленным просьбам жителей нашего города, убираем Веретенский пляж. Это наши сторонники, это члены партии «Единая Россия», это депутаты района городского округа Солнечногорск, это молодая гвардия, наша молодежь, это наши дети пришли сюда, у кого внуки. Первый лицей. В общем-то, наводим порядок. Вот. Хочется, конечно, чтобы вот эта вот жемчужина наша, нашего Солнечногорского района, наше озеро, оно было чистое, красивое. Мы подключили дайверов. Дайверы здесь тоже с нами чистят озеро по Веретенскому пляжу. И надеемся, что сегодня уберемся, наведем здесь порядок. И просьба огромная к жителям, уважаемые жители, присоединяйтесь к нам, потому что вместе мы сила, и не так много времени мы тратим, ну, 3 часа уберемся, потом каши поедим, администрация района нам привозит сюда чай, и общей большой компанией мы приведем наш город в порядок.